что, дорогие друзья, всем еще раз огромный привет. У нас небольшие изменения. Рому мы отпустили отдыхать. И у нас начинается, я даже не знаю, наверное, продолжается банкет Хардстоуна. И сейчас на очереди Калента сыграет против своего оппонента, против Тайса. Да. Тайс сам сказал, что не хотел он с Калентой встречаться. Так. Не фаворит в этом матче. Ну, кстати, очень сложно сказать, потому что здесь, вот я Тайса понимаю, с одной стороны, да, потому что здесь Калента поддерживают, я не знаю, зрители, аудитория, ну, он отсюда. Поэтому давайте, дорогие друзья, посмотрим видео о Калента. Делают Blizzard, что хотят. Могут хоть все карты убрать и Хардстоун закрыть, но мы тут ничего не сделаем. Хорошо или плохо, лучше ли момент. В принципе, все равно, когда. Ну, люди видят что-то новое на Близконе. Может быть, больше зрителей будет, потому что не все то же самое, что было до того на турнирах. Для Blizzard и для зрителей это все хорошо. Для игроков, может быть, нет. Ну, кто беспокоится за игроков? Ну, что там те игроки? Сколько? 8 человек? По сравнению с количеством зрителей, не так уж важно. Любимый класс у меня всегда тот, который больше всего выигрывает. Поэтому был воин. Не знаю, что будет теперь. Мне всем нравится играть. Опять-таки, лучшая колода это та, которая выигрывает больше всего. Умею играть всем тоже. Даже тот же самый Face Hunter. Ну, противно играть, конечно, немножко, но все равно приятно в то же время. Ну, мне не нравятся карты, которые зависят от рандома. Карты, как пилотируемый Шреддер, который призывает рандомное существо с вторым, со стоимостью 2 маны. Карты, как Доктор Бум, которые могут просто убить весь стол практически за бесплатно. Мне не нравятся такие карты, поэтому я считаю это наибольшим промахом. А что мне нравится больше всего, это... Мне нравятся драконы, мне нравится, как контроль колоды могут использовать их в теории. Сейчас они не очень хороши. Обычный контроль колоды их не используют даже. Может быть, в будущем добавят что-то другое. За пределами Hearthstone нет у меня не особо никаких хобби. Это работа, которая приносит удовольствие довольно часто, не всегда, большинство времени. Интересно, так Калента у нас разобрал очень игру, сказал, что крошер ему не очень нравится, потому что он рандомный. Вот что ты думаешь о крошере? Ну, он, как и я, не любит такой рандом, который может решить всю игру. И насчет, он тоже еще рассказал насчет колод. Он играет всеми, все любит, но при этом немного противно играть какими-нибудь фейсхантами. Да, но, я его но понимаю. Все равно нравится играть в Hearthstone, и, наверное, это поддержит его мотивацию играть очень много и на протяжении столько времени. Возможно, возможно. Кстати, у нас, что примечательно, расходятся мнения зрителей и игроков касательно вот этого небольшого фикса, который изменит абсолютно все на Близконе. Ну и несомненным фаворитом уже Близкона, который произойдет вот-вот-вот. Слушай, ты меня сейчас побьешь, потому что я хотела сказать, что это Тайс, а потом думаю, что ты также будешь принимать участие у нас на Близконе. И как-то, да, уже неловко это говорить. Два фаворита. Собственно, это ты и Тайс. Я бы сказал, что вся европейская команда является фаворитами. Мне очень понравилась европейская команда. Вы именно такое... Невероятно круто вы подобрались, и пожелаем вам удачи. Кстати, на Тайса, по мнению многих, он сейчас является вообще одним из сильнейших в мире. Первая позиция в Европе, первая позиция в мире. На этом турнире он показывал замечательные результаты. Давайте посмотрим, что же он скажет в своем видео. I look at Hearthstone as something that it is and was always my hobby. It's my passion, but it's also now my job. And, I just like what I'm doing. For me, it's really important to do something that I like. If I won't like it, I should stop with it because it won't hurt myself too much. But at the moment, I really look at Hearthstone as something I enjoy in my life. I get a lot of life experience from, and I love doing it. So it's something I will do until I don't like it anymore. I think a skill that I have is that I
put a lot of effort into it. I'm really motivated, maybe more than others, and I spend a lot of time into the game. I also have a personality that I look really criticizing to myself. When I lose a game, I don't look at the game where I lose to something that is random or I couldn't do much about. I look at myself, what I could have done better. And even if I win, I still look at the options or the place where I have called done something better. And I think that's a pretty strong mindset. If you want to be a competitive player, you should always look the way how you can improve yourself. Making a new deck, there is a lot of things coming into making a new deck. You need to know exactly how the class works, how cards together works, if the things are not getting too much situational. I have to say, I'm not the best deck builder. I am a bit creative, and how I do it most of the times is I look a bit around how decks are being played and I try to improve them. Not really making my own decks, but seeing what decks are being played, and I always try to improve them to the best. But I would still like that I could learn some bit from also making more decks myself. It's something I would like to have. I have probably dreamed a bit about being a competitive and professional player. It already started for me young, where I played football and everything, and I always wanted to be one of the better players. And I think everything in life is so similar to what you're doing. And it was not my first dream, but I always had the mindset of like going professionally in everything I actually did. I played a bit of poker, but it was always not for much, just friendly more and some low stakes, but I never really wanted even getting into it. But I played League of Legends for more than 2 years, and I played it on an okay level. I was diamond every season, but I never took it super competitively. I didn't really play for a team. It was more something I enjoyed a lot, and that is where maybe my Hearthstone experience came from. Just loving the game a lot, and from loving the game I even loved it more, and every day I spend it more into Hearthstone. I came in love with the game. I don't have a final goal that I want to achieve at the end. I just make always step-to-step goals, and every time when I have a goal achieved, I already look for another goal to achieve. And I actually have to say that I'm already really happy with how it goes now, and that I don't like to make a lot of goals. I just want to see how it goes and just enjoy that feeling of just having achieved a goal, and then you look for the next step. But I don't think you really need too much goals to just be happy. My point of life or goal is I just want to be happy with myself and be what I'm doing. I wanna, if I have something I don't like doing, then I just don't wanna do it. And I think I cannot hold on if I will not like playing Hearthstone, even I'm the best player of the world, but I don't enjoy it, I will not feel happy. For now on, I just feel so happy with what I'm doing, happy with streaming. Even I'm maybe not the biggest streamer, I enjoy it so much to talk with everyone, and that's just something I can already look afterwards, just wanting to stream again. And I don't really have the big goals in life. I just want to be always happy with myself and being happy in life. То есть действительно очень целеустремленный, уверенный в себе, он достигает цели, ставит новые, идет к ней. Ну, это отличительная черта у профессиональных топовых игроков. Они хотят быть лучшими во всем, чем они занимаются. И быть каким-нибудь третьим, либо даже в своем кругу, не хочется победить всех. Но он сказал, если бы я был лучшим игроком в Hearthstone, я бы не был счастлив, потому что, по сути, у тебя не было бы на данный момент еще какой-то цели, тебе пришлось бы либо менять игру, либо делать еще что-нибудь. А он, как сказал, он очень влюблен в Hearthstone, и да. Я так подозреваю, что чемпионский титул – цель его номер один, но сейчас перед ним совершенно другая цель – стать чемпионом Star Ladder, это может быть неплохим залогом и мотивацией перед Близконом. Ну что, готовятся ребята у нас играть, скоро у нас будут пики баны. Давайте, наверное, вспомним, какие классы вообще эти ребята заявили. Калента у нас маг, вар, пал, хант. От Тайса у нас чернокнижник, хант, пал и вар. Давай подумаем, какие же могут быть баны. Будут ли это стандартные баны патрон вара? Да, действительно, это стандартные баны патрон вара.
Для Калента маг, хант, паладин. Для Тайса чернокнижник, хант и паладин. Единственное, чем отличается у Тайса Зу, а у Калента темпо маг. Веселье, веселье продолжается. Я смотрела первый ваш матч. Что-то колоды с танцывки не выдерживают темпа вот этих агрессивных колод. Что ты думаешь? Ну, Хэнлок подвел его, три матча слил, можно сказать, даже против патрона. А который... вчера, как его этот Хэнлок подводил в некоторые моменты, я не знаю, как так складывается, почему так складывается. Ну, вот о том, что говорили раньше, что Хэнлок в текущей мете уже не... Он и до этого был не очень хорош. Так как все говорили, друид патрон вар, друид патрон хэндлок. Он был хорош против патрона. Друид патрон хэндлок, лучший лайнап. Но на самом деле это было не так. Хэндлок все равно был как такой... Потому что многие игроки просто привыкли к хэндлоку и хотели играть тем, чем было удобно. А на самом деле хэндлок не такой уж и силен. Ну, по результатам действительно хэндлок как-то не особо впечатлил. По результатам... первых наших дней групповой стадии, но тем не менее у станцивки все еще будут шансы. Но из чего будут начинать ребята? Возможно, это будут ханты или секрет-паладины? Скорее всего, будет все случайно. Абсолютно рандомно. То есть здесь предугадать как-то очень сложно, выстроить какую-то логическую модель. Просто нету еще в голове такого понимания, там одна колода лучше, чем та колода. Все колоды равны, то есть хантер с паладином, они на равных борются. Очевидного фаворита здесь нет, получается, да? Да. Каждая колода может выиграть каждую. И не было еще такого статистики, где можно было бы сказать, что какая-то колода имеет преимущество. Но я думаю, что статистика со временем появится, потому что, как показывает у нас турнир, турнирная мета останется вот именно такой. Поэтому больше турниров, и уже будет статистика. Ну вот мой менеджер Монг, он собирает со всех турниров, которые транслируются на Твиче. А, то есть у вас есть секретный козырь у команды Liquid, у вас есть супер-менеджер, был... который собирает еще и данные. Да, до TGT была выпущена статья о всех винрейтах за время Black Rock Mountain. И да, лучшая колода оказалась Гибрид Хант. Да. А не Патрон Вар. Патрон Вар был Гибрид где-то Hunt. Шестой, пятый. Серьезно? Да. Пятый, шестой патрон? Было около 50 винрейта. А я, да, я тоже искала винрейты. По-моему, в рейтинговых играх 55% плюс-минус, а на турнирах винрейт вообще где-то очень половинчатый был, но не суть. Здесь у нас начинается игра, Калента на секрет паладине, Тайс у нас играет на ханте. Ну и как тебе опенинг? На хороший опенинг со стороны Тайса. Кстати, у Калента тоже все хороший. Не очень плохо, ну, мягко говоря, я да? Я не знаю, как объяснить. Насколько хороший опенинг у паладина. Но я думаю, секрет кипер плюс секрет, следующий ход мини-бот, потом Hero Power, еще один секрет, и дальше Шреддер. Так что такой... единственное, что пропускает, это второй дроп какой-нибудь. Может, еще зайдет что-то, кто Может, знает. Может, еще зайдет. Ну, то есть, получается, у Калента такой вот липкий старт, который ханту очень сложно забрать. Вообще, у ханта огромные проблемы с разбиранием вражеских существ на раннем этапе игры. То есть у него либо самому с чего-то открываться, либо уже в дальнейшем отбиваться от топ-дека от собак и пытаться как-то чистить. Но против секретного паладина это медленно, и не всегда сейчас это работает. Сейчас думает Калента, стоит, какой секрет стоит разыграть. С одной стороны, Эвендж будет больше темпа свинг с Эвенджем, а с другой стороны, просто секрет-кипер может умереть от квикшота. Тоже верно, и при этом ты потратишь у нас монеточку и потратишь секрет. Ну, но я с другой бы, наверное, стороны, не если ты ходишь Эвендж, то потом мини-бота никто не будет трогать, и сможешь походить. Ну, это решает он просто засейвить свою секретчицу от воу-воу-воу. А теперь начнется веселье к шестому ходу. Ну да ладно, давайте. А может он потратит сейчас его, увидит какой-нибудь второй секрет и сразу... Ну, кстати, тоже, возможно, неплохая альтернатива, потому что там к третьему ходу у ханта заходит ракета плюс сержант, чтобы разменять секретчицу и избавиться от всех секретов. Ну, вряд ли походит Эвендж, все-таки в кэрф заходит мини-бот, хорошо. Ну, конечно, мини-бот смотрится просто шикарно. Единственный нюанс, там на третий ход получается только способность отмщения. Очень жалко, что ты потерял монетку, потому что крошеры бы тоже неплохо заходили, но... Мне интересно, потратит ли флеер Тайс? И знать ли об этом флэре Калента, тоже интересно. А я, по-моему, вижу одну из первых ракет на этом турнире вообще за целых два дня, но это уже третий день. Я не помню использование вот этой ракеты. Но Тайс хорошо предугадал мету в турнире.
взяв эту ракету. Я уверена, что Каспер у нас там на бэкстейже сейчас радуется, потому что он говорит, что вот ты берешь ракету и просто шлепаешь этих паладинов. Но сейчас очень сложный выбор для Тайса. Что нужно делать? Можно сыграть компаньона просто. Но с другой стороны, хочется избавиться от этого секрета противного. Да, в целом очень неприятные существа уже у Калента на столе. Но с другой стороны, можно просто ударить в лицо, попытаться проверить секрет. Если это get down, то не стоит даже тратить на него флеер и походить компаньона. Все-таки отдает ракету и будет сейчас он, видимо, у нас размениваться. А с другой стороны, если проиграет сейчас Тайс эту игру, то Калента будет знать, что там будет флеер, и на магии будет вокруг этого играть, может быть. Поэтому, думаешь, сейчас он прям так спалил этот козырь, чтобы получить определенное преимущество? На самом деле преимущество он небольшое. Может, у него два флеера в колоде? Кто знает, вот это будет прям совсем интрига-интриг. Здесь, к слову, не поднимает ничего Калента, чтобы поставить на свой ход, и ставит просто способность героя. Что? Идет у нас жонглер, идет у нас, видимо, безумный ученый. Ну и нужно попадать сейчас кинжалом в мини-бота. Но с другой стороны, ты не хочешь попасть, потому что прокнет. Вау. Отлично. Просто шикарно. Все, меняешь, чистишь стол и чувствуешь себя царем. Ну, поменять ты не сможешь, потому что пробафается венджем. Возможно. Но он не предполагал, что это именно этот секрет. В этот предполагал, ход. Наверняка, ну, но... Оставался шанс, что это не тот секрет, и он сможет разменяться. Просто если бы убил не то существо джаглом, то 5-4 убил бы на халяву джанглера, а сейчас получается 1 в 1. И выиграл один токен. Тайс. Кстати, ты верно очень отметил, что получается, если бы... Жонглер отстрелил паладина рекрута, отмщение пошло бы на более сильное существо, в результате там был бы более продуктивный размен. Или ок очень хорош в этом, на этом ходу. И кажется, что Тайс захватил большое преимущество. Но мы-то знаем, что претендент как бы уже готовится. Но претендент в этом ситуации ничего не решит, так как есть Freezing Trap. И сейчас будет High Main. Что делать с этим хаймейном? Уже есть скилл команд, потом еще есть пауканы. То есть получается, Тайс у нас сейчас понемногу переворачивает игру, получает преимущество на столе. И сможет обыграть претендента в дальнейшем. А это Explosive, либо Bear Trap. Мишка. А я думал, что это фризинг. Если бы это был фризинг, это был бы конец игры. А так еще ничего не ясно. Кстати... Именно так, любопытное использование секретов. Я тоже предполагала, что это морозная ловушка, потому что очень часто встречается она, а здесь такое небольшое изменение. Играет Тайс гибрид ханта. Наверное, у него есть и Explosive Trap. Я точно не помню. Скорее всего, он пойдет сейчас в лицо, потому что не имеет смысла. Но он здесь особо он не разберет просто-напросто все, что происходит на столе. Легче уже просто втопить в лицо. Единственный нюанс, там еще висят секреты, и уже на столе очень много урона. То есть как бы это все не вылилось в летал в дальнейшем, что просто убьют ханта и не успеет он нести урон. Этим ходом точно не убьют, за два может быть. Но убьет ли хант за два хода этих? То есть сейчас он наносит 6-8 урона. Две с ловушки то и два с лепрогнома. Трейдится? Да, он разменивается. Думает. Тай сейчас... Да нет, в лицо. Высокогрив в лицо, но это ж... Да ну, Тайс. По фэншую. Побоялся он все-таки и решил убрать существо. А тут 15 урона, есть доктор Бум, ну и что? Теперь как убивать паладина? А, смотри, почему он разменялся? Он обыграл как раз-таки вскрытие своих секретов. Просто-напросто. Поэтому он разменялся, а не пошел в лицо. Крошер уходит в морозку. Чтобы морозку не ушел 3-2. Но так при этом ты не убиваешь. Ну, по крайней мере, так он убрал два существа, получается, со стола. Ну, вот сейчас будет летал на столе у паладина, и придется трейдиться еще раз. А существа нет и не... Ай, ханту не хватало, конечно, урона. Не хватало ему урона, мог бы он попытаться еще посражаться. 19 урона у паладина на столе. Ну, конечно, сейчас убивать. Уже чистить нужно.
А что убивать? Попытаться убить бумботов, чтобы либо убивать мистера с челленджера. Но при этом тогда не будет. Да, убивает будет челленджера. Возможно, скилл команды. Ну, команда взять неплохо здесь заходит. Чтобы защитить своего хаймейна, и можно идти дальше в лицо. Либо он будет трейдиться. Не-не-не, тут уже в размен уходить особо, наверное, даже нет смысла. Сейчас думаю, трейдиться с бомбой или нет. Мне кажется, не стоит. В лицо. Не дай бог, еще и хаймейн умрет. Потому что если ты ходишь лепрогнома и бьешь в лицо, ты сетапишь летал под вторую килл-команду, а так не будет хватать урона. Если какой-нибудь таунт зайдет. Как-то кисленько все у Калента получается. Да, стол чистить нужно, стол чистить нечем. Особо нечем. Есть только бум и бомба. Ну и что-то мне подсказывает, что Тайс все-таки эту игру должен забирать. У него как раз хватает урона. Наверное, если убьет хаймейна бумом, тогда не будет хватать одного урона. Интересно. Он хочет заплудить стол, чтобы пытаться джунглером убить хоть что-нибудь. Но пытается он по максимуму реализовать карты джунглера. Ну, пока джунглер только прибавляет урон, и либо ничего не делает. Ничего, отличное попадание в лепрогнома. Почему нужно бы и нет? Паука. Отлично, и нужно бить в хаймейна. И отлично, убивает! В лицо, в лицо. Да, 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 давай. И Тайсу нужно топ-декать. И топ-дек. Он топ-декает. Ну что, первая игра у нас за Тайсом. 1-0, открывает он счет. Интересная игра с неожиданными поворотами, с топ-деками. Я вижу, залу очень нравится. Так что, дорогие друзья, если вы живете в Киеве или рядом с Киевом, приходите здесь, в Киев Киберспорт-арену. У нас финал нашего турнира. Сегодня мы узнаем, кто же станет чемпионом. Ну и особый привет нашим зрителям в интернетах, которые смотрят нас на Твиче. Я смотрю, там какие-то вопросы возникли у Тайса. Что-то он так за наушник схватился. А, вот, ждут они. Знаешь, по-моему, StarLadder Hearthstone без вот этого человека, который стоит рядом с Тайсом, это уже не StarLadder Hearthstone. Почему? Этот человек появлялся даже на Kick of Season случайно в веб-камере, если мне не изменяет память, Ренмена. И мы его нежно назвали Патрон. Я смотрю, у нас Калента сконцентрирован. Давай попробуем подумать, что же выберет Тайс дальше. Хант у него ушел, остается у него чернокнижник и паладин. Напомню, Вары у нас в бане. Думаешь, опять будет 50 на 50 выбор абсолютно рандомный? Здесь будет зависеть от того, что он ожидает увидеть от Калента. Все-таки фейсхант очень хорошо ложится против Зу. И неплох он против паладина, но не так уж прям плох. То есть может... Он может, если он ожидает темпа мага, то он возьмет Зу, конечно же. Хотя и паладин не такой шиплов против темпа мага. То есть я ожидаю паладина. После, в свете вот этого фикса, да, предстоящего нам, насколько сильно изменилась турнирная мета? Теперь непонятны винрейты, непонятны лайнапы, непонятно кого чем контрить. И это выливается в такую вот интересную интригу. Ну и здесь у нас от Тайса все-таки демон Азу, ну и от Калента у нас фейсхант. Да. Кстати, Калента, по-моему, единственный, кто на турнир заявил именно фейсханта. Некоторые заявили гибрида, другие же заявили мидрейндж-ханта. То есть он единственный остался верен фейсу. Он хорошо прочитал то, что фейсхантер зайдет в этой мете хорошо. Фейсхант, он очень хорош против любых агроколод. Да, он очень-очень быстро вносит урон. Тут против того же демона Зо, если не выловить старт, который в принципе наловил Тайс, это две провокации, то могут быть огромные проблемы. Вот именно демона Зо не хватает иногда времени против фейсханта. Да. И это время дают вот эти две провокации за одну ману, и потом уже идет какой-то хороший опенинг. А если ты выловишь с призывателя Малганиса пораньше, то это вообще прям красота. Тайс не должен держать только Малганиса и все.
так оставить все в руке, то есть первый ход будет какой-нибудь коин-жонглер, если не увидит первый дроп от Калента. А потом два просто метания кинжалов, да, неплохой да. план. А если увидит первый дроп, то два Войтвокера, и либо один даже, и следующим ходом жонглер, монетка, второй. Чтобы... Кстати, тоже интересный очень ход получается. Ну что, здесь Каленту нужно открываться с первого дропа, будет это Лепор или это будет Ворген? Конечно, будет Лепрогном, потому что Ворген более продуктивен немножко позже, его ничем не убить. А Лепрогном, он на пустой стол всегда лучше. Практически всегда, если только знаешь, что у твоего соперника нету Mortal Coil. Кстати, примечательно, если не учитывать статистику Starladder, то Тай с Калентом встречались просто огромное количество раз, по-моему, 15 раз они встречались, у них 15 личных встреч, и счет у них 8-7 в пользу Тайса. То есть они прям нога в ногу идут, и тут, конечно, сильнейшего определить будет очень сложно. Калента походил в Оргена, потому что он ожидает увидеть этих White Walker'ов, которые убивают Лепрогнома на халяву, и поэтому он... Второй White Walker был необязателен. Ну, Тайс решил, вот знаешь, закрыться, чтобы наверняка. Здесь у нас есть размен одной из может, провокаций. Может, он ожидает Глейзуку, которая пришла с топ-дека, чтобы эти два урона не пошли в лицо. Может быть. Ох уж эти топ-деки. Но сейчас сложный ход для Калента. Ему он может походить либо паука, либо Глейвзуку и следующим ходом какого не. Паук лучше всего смотрится, так как следующим ходом он сможет затрейдить обоих юнитов. Угу. По крайней мере, это будет 50 на 50 баф от Глейвзуки. Но все равно. Это нормально. А если бы Тайс не походил второго White Walker, у него был бы следующим ходом один джагл, который бы мог бы убить этого Воргена 2-1, который сидит в маскировке. Да, порой метание кинжалов решает очень многое. Вот, например, вчера, кстати, у нас, если я не ошибаюсь, Сайфер пропустил летал. Вообще многие пропустили летал. Я сидела в лаунже, слышала, англоязычные кастеры пропустили летал. Я не знаю, пропустили ли вы его. Мы не пропустили. Топовые. И он тоже, собственно, этот летал пропустил. Там летал был за счет кинжала, только от джанглера. Иногда кинжалы решают абсолютно все. Сейчас эти Void Walker ничего не могут сделать против этих юнитов, которые у Хантера на столе. Получились они такие бесполезные немного. Вроде как сдерживают, но Калента увидел их раньше. Оба. Обе провокации он увидел сразу и смог распланировать, как но их вот убить. Вот сейчас 50 на 50 Глейвзука, которая, если попадает на Воргена, она чистит полностью весь стол вместе с Абьюзивом. А если нет, то дела твои плохи. Если нет, ну, не так уж и прямо плохи. Есть Unleash все-таки следующим ходом с Абьюзивом. Можно зачистить все. Можно просто Глейвзуку или Прогном, и если не попадает, то или Прогном и ждать следующего хода и использовать, да. И... Нет, не повезло. Не везет здесь. Как-то... Знаешь, такая интересная игра. В прошлой игре они друг у друга выдирали победу, играли на топ-деках. Здесь тоже элемент рандома у Калента, и сыграл он не... Все-таки захочет он зачистить оба таунта, и при этом... Ну, придется бронящегося сержанта отдавать. Накладно, да, но да. Вариантов нет. Насколько бы все было легко, если бы баф сметателя Глеф попал на нужное существо? Решил он не использовать ни тот, ни тот. Интересно. Действительно любопытный ход. Уменьшает шансы, что 2-1 умрет. То есть, если походил Лепрогнома, то был бы довольно 50 на 50 шанс, что убьет существо. И... Отличное попадание для Тайса. Ну и будет ли он убивать паукана, либо оставить его как есть? Даже не знаю, если ты размениваешь паукана, это как-то... Ты сам вынуждаешь уже оппонента этими паучками меняться. Но если ты поменяешься пауками, то эти пауки все равно зачистят весь жонглера и Void Walker. Да, поэтому как-то так себе это выглядит, полный размен. Но Имганг Босс закрывает возможность играть джанглера какого-нибудь под этих пауков, поэтому я думаю, не стоит вообще трейдиться и просто идти в лицо. Просто идти в лицо.
Кстати, от чернокнижника правильная тактика. Ему нужно пытаться играть агрессивно, втапливать в лицо и надеяться, что там не будет какой-то зачистки там жонглером собаками. Ну, ты верно отметил про главаря банды бесов. Потому что здесь чернокнижник просто не имеет права тянуть. Ему нужно самому прожимать, чтобы хант менялся. Здесь можно походить компаньона, если это будет Леок, затрейдиться просто в Войдвокера и забрать жонглера. У тебя будет большой стол против одного несчастного Ингангбосса. Ну, не такой уж он и несчастный, потому что есть переполняющая мощь, он может стать воином. Если это будет Хафер, Хафер трейдится в 1-3. Еще остается если жив Миша, при этом. Если Миша, то можно абьюзивом забрать Войдвокера и пушкой забрать, да. Да, это все-таки так что Миша у нас. Смотрится очень хорошо. Компаньон. Кто-то выиграл 9 матчей на арене. И нечем убивать Мишу, нужно тратить ПО. И ставить главаря банды бесов. Да, это единственный вариант, который, при котором Миша умирает. А это нужно делать, потому что это 4 урона в лицо. И как раз по мане подходит, так что это нормально. Но вот та проблема, как Узу, нечем справляться с этими один. Да, отмечали мы уже миллионами. Это, что вот не хватает иногда этому демона Зу какого-нибудь АОЕ. Не хватает третьего и четвертого жонглера. Давай не будем о плохом. Представь демона Зу или ханты с четырьмя жонглерами, например, в колоде. Это было бы слишком, норм. По-моему. Итак, что же можно сделать? Ну, а здесь у нас могут зайти, например, какие-нибудь собаки. Хотя главарь банды бесов – мерзкое существо. Я думаю, он подождет со собаками. Скорее всего, это будет или прогном Hero Power. Пассивная стоит игра. Стоит ли трейдиться с 1-1 демоном? Ну, он я хочет... бы затрейдилась, потому что может быть защитник Аргуса, например, какой-нибудь. Ну и плюс не отдавать свои существа 2-1 в размен. Так, да. Так легко. Ну и здесь есть как можно раз мана тапаться. У нас на тап. И беспощадный взрыв. Кстати, это плохая карта против хантеров. Хорошо только с жонглером, но это в поздней игре, когда есть уже там 6 ман, 7 ман. Угу. То есть в целом беспощадный одна, наверное, из лучших карт, но вот против ханта она работает против не в лучшую хантера сторону. И против вара она не очень эффективная. Да и иногда против друида бывает не очень. Ну, размахи АОЕ фактически тоже но хорошо. Но в мирроре она очень сильна. Против варлоков это одна из лучших карт. У нас вчера беспощадные взрывы все били на 4. Только один взрыв, по-моему, у Дога ударил на 2. Вот что значит победитель по жизни. Ну и сейчас идет все в лицо. Вынуждает оппонента уже меняться. А у Ета, у Зу нет. Он не сможет зачистить весь стол, поэтому килл-команда найдет свое место практически 100%. Сейчас нужно каким-то волшебным образом Тайсу чистить полностью стол. А он этого не сможет сделать, потом в дальнейшем искать какого-нибудь Аргуса и пытаться еще и добивать, чем слишком все сложно. Он сможет дать имплозион в Голема, например, Голема, 4-2. Голема зачистит всех бестов, и тогда будет всего лишь 3 урона на столе, но при этом ты не стапишь свой летал. Угу. А тебе каждый ход настреливают, еще и хрипсли про гнома. Килл-команд на руках, и тут могут быть огромные проблемы. Вот, кстати, именно из-за таких ситуаций считается, что демон Азу против ханта, особенно против фейс-ханта, не очень хорош. Потому что у ханта очень много финишеров, которые здесь, даже сквозь провокации бьют. Здесь с единственный этим... ход — это убить 3 бестов, оставить одну собаку, спектрал-паучка и лепрогнома, и поставить бума. И надеяться, что хоть как-то будет угроза летала. При этом будет... Останется 3 урона и 9... То есть 12 урона будет на столе. Не стоит трейдиться в лепрогнома, ты ничего не добиваешься, это летал следующим ходом. Тайс немножко ошибся. Да, и он сейчас проигрывает игру, между прочим. Это ровно летал. В таких ситуациях, когда хант может сделать следующим ходом летал, лепрогном, трейд лепрогнома ничего не значит. Ну и да, и добивает все. У нас сейчас Калента Тайса 1-1. Какая-то странная игра, то есть, а Тайса все-таки была ошибка, ты предполагаешь. Эта ошибка ничего не значила, потому что Калента довел бы его до 2 хп, тап нельзя сделать, а у Тайса нету ничего из дэмэджа. И не хватало там 8 урона. Ну, бомбы могли бы попасть на 8 в лицо и какой-нибудь топ-дек Думгард. То есть шанс был выиграть, но Тайса им не воспользовался.
Ну, зато нас ждет ровная игра, в этом определенно плюс. Не будет у нас каких-то 3-0, 3-1. Я думаю, что эта игра будет вот до пятой решающей. 3-0 всегда тоже круто. Можно сказать, ага, я его порвал как... Изи. Просто изи, не почувствовал. 3-0, вообще не ощутил. Здесь по два класса остаются у игроков. Два паладина, маг и чернокнижник. И, по-моему, это мирр паладинов, да? Да, у Тайса медленнее паладин. Есть два зомби-чао, есть два белчера. Но при этом меньше секретов. То есть претенденты не будут такими эффективными? Да. И раздражающими? Все равно будет зависеть, кто первый захватит контроль стола в этом матчапе. Матчап не самый, наверное, интересный, возможно, где-то, потому что ты верно сказала, что все зависит от того, кто первый захватит стол. Это прям как Zoom Mirror раньше был. С добавлением Implosion, конечно, все изменилось, но когда его не было, было все... Можно сказать, было, кто выиграет где-то на ходу третьем-четвертом уже. То есть очевидно, да. К третьему-четвертому ходу можно было сдаваться, уже посмотрев на игровой стол. Ну не знаю, мне кажется, что у секретных паладинов все может поменяться. Почему? Потому что всегда существует шанс на поднятие претендента и на то, что твоего оппонента не будет нормальных вариантов его обыграть. Также могут быть, вот ранняя игра может у тебя быть хорошей, да, первый, второй дроп, допустим. А дальше тебе начнут насыпать каких-то ситуативных карт, например, не знаю, доктора Бума, которому еще очень долго жить, не знаю, Тирион, некоторые игроки на секрет паладине его используют, печати, например, и не факт, что у тебя все сложится лучшим образом. Ну, Redemption очень хорош в этой ситуации. На мини-бота, действительно. Есть мини-бот, и потом можно провокацию на него кинуть, чтобы его нужно было убивать. Ну, у Тайса у нас тоже неплохая кривая маны, есть зомбяк, есть ползун, там еще есть секреты. Скорее всего, это будет 1-2-4 мана херф. А вот интересно, смотри, что он мини-бот будет сыграть. Тоже неплох. Паук лучше захватывает контроль стола, но мини... Хотя, можно сказать, все зависит от того, что Калента походит третьим ходом. Если это будет Master for Battle, то паук намного лучше, чем мини-бот. Но в данной ситуации мини-бот лучше. Сейчас может просто ударить в зомби, походить Когхаммер и добить его. Калента. Неплохой ход, по-моему. Калента обдумывает варианты. Мне что-то подсказывает, что... Хочет он убить все-таки мини-бота, чтобы на больше можно было отхилиться с зомби. Калента, по-моему, разогрелся. Понадобилось ему на раскачку, конечно, практически 2 дня, потому что только вчера к ночи он разогрелся и начал всем раздавать. Но вот я вижу, что сейчас он готов побеждать. Сейчас сложный выбор для Тайса. С одной стороны, Шреддер хорош. С другой стороны, можно походить несколько карт одновременно. Ну, походил Шреддера, потому что его нечем убить на столе. Разве что какой-нибудь баф. Ну, это Шреддер против Шреддера. Война Шреддеров. Но, если сейчас Тайс убивает мини-бота, он воскресится, и это будет 2-1 с Divine Shield'ом. Ох, этот божественный щит, какой же он противный. Как тебе кажется? И вот кивает головой, плохо для Тайса очень. Как тебе кажется, вот такой Mirror, играет ли роль специфика колоды? Сильно ли она играет роль? Конечно, именно очень редакция играет. Колоды. Чем быстрее колода, тем лучше в этой ситуации. Потому что ты быстрее выставляешься на стол, и чем больше вот этих мелких неприятных существ, как Haunted Creeper, тем хуже для соперника. И тогда ты освобождаешь руку, ты можешь какой-нибудь Divine Favor на 5-м ходу прожать и получить своего челленджера, ты его играешь первым и так далее, и так далее. Плюс еще решает, потратишь ли ты монетку, если ты играешь вторым, либо нет. Если тратишь монетку, ты не можешь играть челленджера первым, соответственно, можешь проиграть из-за этого. Собственно, в этом мирроре очень много нюансов, и в подобном мирроре играет роль знание колоды оппонента, и также последовательность захода карт, и опыт, наверное, который ты наработал за эту колоду. Очень сложно сказать, какой ход правильный во многих ситуациях.
Это больше сейчас зависит от руки соперника. Когда там играешь вокруг Consecration, когда вокруг Coghammer, когда вокруг какого-нибудь Blessing of Kings. Иногда видение игрока очень сильно отличается от видения, как видят зрители, как видят кастеры, как видят другие игроки. В этом и особенность Hearthstone, у каждого собственный игровой стиль. Вроде кажется, да, одно и то же, постоянно одно и то же, как вам не надоедает. Но иногда решения бывают совершенно нестандартные и очень любопытные. Ну, вот я советую игрокам, которые смотрят турниры, или просто зрителям, смотреть, почему игрок сделал так, а не иначе. Иногда решения, которые считаются плохими, могут быть лучшими. Иногда это может быть непредвиденный ход, да, чтобы оппонент просто не смог тебя просчитать. Неожиданный ход, да. Неочевидный. Здесь у нас Калента вешает секрет, играет ползуна. Ну и Тайсу, по-моему, нужно начинать шевелиться, иначе так дело не будет. Попробуй сначала пауком ударить в токена в 1-1. Потом шредером, скорее всего, разбить. Хотя он может забафать паука. Может стоить... Чем ударить сначала? Пауком все-таки. Разменяет, скорее всего, шредеров. И поставит Double Sacrifice. При этом застапив себе неплохой Consecration в будущем. Но я думаю, что Калента должен это читать, что там есть освещение, не зря же он так разменивается. Но с другой стороны, лучше было застапить Consecration с помощью True Silver'а вместо бафа паука. То есть пауком ударил, сначала они расплодились, ударил True Silver'ом. Я, кстати, вижу, что Тайс что-то недоволен своим ходом, он, видимо, об этом же и подумал, что, возможно, стоило ему с клинка поменяться, а не отдавать баф на паука. Либо сначала ударить, а потом забафать маленького паука. Либо Direwolf Alpha. То есть получилось бы у него на столе 6-6 и 1-1. Сейчас у нас Калента проверяет, ложись. И подставляется под посвящение. Да. Как-то очень странно. Он вроде должен понимать, что там действительно есть освещение. И как-то вскрыл он пауков. Может, он сейчас затрейдится с всеми? Например, ударит трусилером в паука? Скорее всего, так и будет, потому что больно уж неприятная ситуация для него. И он понимает, что одна из двух карт на руках у Тайса — это освещение. И бьет эти все мелкие существа. Один-один убивает 2-1, и Раптор может убить еще 1-1. То есть один паук остается у нас. Да, а этого одного паука не так уж и сложно убить каким-нибудь мастером. What hip? Ну, будет был бы хорош, если бы не освещение. Но зато Калента сейчас с чистой совестью может просто прожать призыв в бой. Сначала нужно хоть как-то использовать свой второй чарж трусильвера. Конечно. Скорее всего, это будет в токена. Вау, жонглер, неплохо. Теперь можно идти в лицо. Теперь можно идти в лицо, будет 4 джагла. И защищает стол этими... токенами с помощью жонглера, и что теперь делать Тайсу, не понять. Да, ситуация у него не очень приятная, потому что освещение одно он отдал. К слову, некоторые секрет-паладины играют одно освещение. Вот какая тебе редакция колоды больше нравится? Два освещения, одно освещение, две печати, одна печать. Я бы сказал, что 99% играют с одним освещением секрет-палов. И в мирре это плохо. Более, когда мета сформируется, будут играть два освещения, так как очень много таких неприятных колод, где нужно второе, чтобы чаще можно его задровать. Например, вместо второго бафа Blessing of Kings, который все меньше и меньше становится полезным. Ну да, по результатам турнира мы видим, что две печати лишние. Иногда одна печать будет вот, идеальным решением.
Здесь у нас Калента разбирается с вражеским жонглером, идет в лицо. Неплохо сработал, конечно, латхип у Тайса, но слишком мало у него здоровья. И сетапит при этом летал на столе, поэтому Тайсу нужно разбираться хоть как-то со столом. А как это сделать? Проверяет repentance, не repentance. Теперь проверит, скорее всего, get down. Да, это get down. Сейчас с латхибом заберет. Оу. Латхибом забирает джонглера, ставит Hero Power, но при этом все равно умирает. И это 2-1 в пользу Калента. Хорошая игра. Да? Ну, как это, знаешь, не самая экшеновая. Я уже понемножку... Я никогда не думала, что я это скажу. Патронов еще не пофиксили, но я уже за ними немного скучаю. Игры развиваются с патронами интересно. Ну, ты смотришь за патронами и видишь, что каждая игра, она уникальна. Даже если она и скучна, но она уникально скучна. Уникально скучная. Это интересное утверждение. Ну да, смотреть за секретными паладинами, особенно в Мирроре, знаешь, киснешь понемногу. От игры к игре становится все грустнее и грустнее. Особенно, когда ты поиграл ладдер, закрываешь Хардстоун, открываешь турнир, и тут тоже секретные паладины. Везде они. Я уже говорила, что, скорее всего, у нас хейтили патронов. Когда пофиксят патронов, начнут хейтить секретных паладинов, потому что они будут везде абсолютно. Из-за этой причины, скорее всего, изменят Blizzard формат на следующий BlizzCon. Не будет конквеста в данном формате, как он есть сейчас. Может, будет какой-нибудь другой. То есть, думаешь... И мне интересно, какой это будет формат. Будет ли он хорош или плох. Кстати, а как тебе формат? Ты, я уверена, смотрела в Game House Cup с вот этими огромным количеством банов, пиков. Проблема этого формата, он очень хорош для игроков и для зрителей, но проблема этого формата, его нельзя применить к маленьким турнирам, где очки тоже набираются. Какой-нибудь Open Cup еженедельный или вообще 3 раза в неделю проводится. Каждому матчу проводить баны и пики. Это очень долгий еще и формат. Нужно, наверное, при этом начинать нужно с этого. Создать какой-то ресурс, который это все делает, какой-нибудь автоматизировать сайт. А так все это очень долго. И, то есть для проведения каких-то больших турниров, где принимает участие огромное количество людей, это почти неподъемный формат проведения. Ну, можно использовать его, но не так уж эффективно, как более... Плюс он очень сложный для новых игроков, и они могут для запутаться. Для понимания. Угу. Ну и здесь у нас Калента просто вот ну, шикарно. Тайс поставил импа, Калента этого импа просто разорвал. И сейчас будет очень определяющий ход, потому что если ставит яйцо, Тайс... Он скрывает, дает пушку, обезвреживает сразу это яйцо. И продолжение для Тайса я пока не вижу. Поэтому что будет делать Тайс? Ну вот он должен понимать, что если есть пушка, то у него... просто огромные проблемы. Вот он сомневается, ставить яйцо, не ставить яйцо. Ну, в любом случае, ему нечего ходить. Поэтому он ставит яйцо и получает сейчас у нас пушку. Еще и поджигатель. Конечно, для Калента все складывается очень-очень хорошо. Немножко удивился Дайс. Наверное, не ожидал эту пушку. И сейчас можно походить тап и сквайра. И следующим ходом можно с имплоужена будет наверняка убить Манавирма. Ну подожди, наверняка убить Манозмея. Это... Все же мы любим беспощадный на 2. Правда, у него будет чем добрать на столе, скорее всего, сквайр. Ну, сквайра никак не убьешь, просто так. Не будет, скорее всего, тратить мислы, если они придут Калента. Наверняка не будет. Очень нравится мне связка на демона Зу, гигант плюс беспощадный. Не так часто она сейчас встречается, потому что в колоде и так очень много лейтгейма, и не вот всегда интересно. Этот гигант играбелен. Интересно, ходит Калента, он не ждет никаких комбинаций с плеймейкером, сразу ходит на стол, чтобы было 2 цели, которые нужно убивать мгновенно. И это будет очень хороший ход для Тайса, он может забафать своего сквайра и сыграть террора, который будет огромный просто, это будет 8-8. Но он играет у нас беспощадный на поджигателя и добирает сквайра. Ну, скажем, повезло. Если бы ударило на 2, он бы не смог добить.
было да, бы да, это был непонятный ход, так как Power Woman и твой Terra был очень сильным ход, и следующим ходом можно было сделать то же самое, но в Mana Virma. Неплохо, неплохо. Морген, которого можно... В ману сыграть, как минимум, вот. И следующим ходом нанести 8 урона. Дети, где мои фаерболы? Идите ко мне. Но сейчас можно использовать оба Power of Whelming. Отлично. Можно использовать переполняющие мощи, чтобы забрать и откормить, например, Void Terror. Или же сыграть как-то по-другому, возможно. Не, по-моему, здесь действительно две переполняющие мощи и Void Terror очень хорош. Нужно убивать эти... Конечно, хитов. Ни в коем случае нельзя оставлять. Один 5 урона, второй 8. Так что... Ох, рядом со мной сидит любитель Отекавара. Да когда я его там играл? Это да был ну, год назад. Ты играл Отекавара тогда, когда на Вара забили абсолютно все. Вот ты любитель комбо-Вара, причем в свое время контроль Варом играл, потом играл Отекаваром, когда вообще никто этой колоды практически не играл, а потом ты играл патроном. Тебе должно быть грустно, что все-таки патрона пофиксили. Минус одна комбо-колода. Мне грустно, потому что контроль Вар не так уж и хорош сейчас. Да, тут я к тебе присоединяюсь, мне тоже немного печально по этому поводу. Будет 8-5, Void Terror, но 8-5 это не 8-8, как было бы с прошлым ходом. Здесь вообще пушка может зайти, но вот 50 опасненько. На 50. Да-да-да, опасненько. Можно... А представь, она действительно сейчас попадает в нужное существо, и он его добирает. Это будет настоящий киберспорт. Можно, конечно, сыграть сейвова и дать довести до одного интеллект. ХП. И Манавиром разменяет на 8-1 Void Terror, что очень даже неплохо, но... Не интеллект, я имею в виду дать Ванна Вирма, пинг в 1-1 и дать в Flame Cannon. Это как-то слишком уж слабо. Тем более у оппонента может быть что-нибудь для того, чтобы засейвить. А с другой стороны, пушка, если попадаешь в этого Void Terror, у тебя будет преимущество на столе. Мгновенно. Огромное причем. И он попадает! Боже мой! Ой. Знаешь, вот я не... На мужика сыграл, вот серьезно. Мне интересно, почему не сыграл Mana Virma сначала. Если бы попало в 1-1, все равно пришлось бы... А, если бы попало в 1-1, он бы сыграл бы интеллект, чтобы задроить фаербол, скорее всего. И не попал. Промахивается кинжал. Что-то прям у Тайса как-то игра не складывается. Но при всем этом у Каллента на руках очень специфические карты. Но он может медленные. Два раза использовать... интеллект и забрать джунглера. Может что-то с первого интеллекта либо с топ-дека зайдет такого. Стрела, например. Вот, неплохо, неплохо. И сейчас можно будет фростболтом забрать джунглера и манавиром добрать 2-2. Отличные карты все-таки у Калента, да? Стрела уходит, размениваешься. И следующим ходом можно сыграть всю руку 2-2-4. Еще из портала ты можешь получить что-то настолько дешевое, чтобы его сразу реализовать. Кстати, какие шедевральные вчера у Калента в последнем матче были порталы? Тракзоры. Это было просто шикарно. Что сейчас нужно Тайсу? Наверное, второй имплоужен. Как же плохо складываются дела для него. Вот этот гигант, с одной стороны, крутая карта, особенно если ее неплохо заобузить. Иногда такое случается. В целом этот матчап очень уж хороший для Зу, но не складывается. Да у Калента дровов, именно у моменты, где везение играет роль, у него сегодня все с этим в порядке. Я бы не сказал, что он ему прям везет, но... Да ладно, ну про пушку вспомни. Ну хорошо, 50 на 50. Это не но так тем уж... не менее, это... Должно явно поджигать Тайса. Ну как так? Может, слабенькое может, существо, конечно. Может, Харстон наказывает Тайса за то, что он не пошел, налетал, когда он мог пойти против Ханта? Может быть. Зазу. Можно ходить всю руку. Скорее всего, он этого и сделает. И затрейдится с 2-2. Мег... Я даже не знаю, как его имя называется. По-моему, Железный Сенсей на русском языке, если да, я не Iron ошибаюсь. Да, Iron Sensei точно. На английском.
Я знаю, что он бафает. Знаешь, у нас тут с тобой уголок переводчика, потому что ты на английском, я тебе на русском, потом в интервью ты его также переводишь. Даже наши ребята, многие играют на английской версии. Ну, это нормально, оригинальная озвучка тоже очень хороша, но лично я все-таки на русском языке играю, потому что, когда я еще только начинала, я помню, мне очень много зрителей писали, говорят, ты же русский кастер, называй карту на русском. Но я все равно сопротивляюсь, упрямо некоторые карты только на английском называю. Например, Fireball. Ну, не понимаю я этот огненный шар, ты его пока произнесешь, маг уже добить успеет. Сейчас ход, скорее всего, будет Frostbolt Entity. Нет. Воу. Любопытный ход. Давай будем думать, что же такое. Интересно, здесь почему у нас... Клиент не решился убивать демона, так как пустая рука, с него ничего не вывалится. Да, думаю, логичный ход его... был бы Frostbolt Entity и зачистил бы все, кроме гиганта. Следующим ходом можно было бы использовать Archmage Мислы. Но он хочет при этом дать Frostbolt с Антонидосом следующим ходом, чтобы не получить Fireball. И при этом зафризить гиганта. А там можно будет еще, если Архимаг останется на столе, он, скорее всего, останется, раскрутить еще фаербол и просто добить. О, кстати, неплохой топ-дек. Я бы сказал, очень хороший топ-дек. Снятие отраженной сущности и активация яйца. И теперь сможет Тайс даже на столе, даже если запризить гиганта, он сможет добить. Да, стой сначала, бить Сайентиста. И задупликейте сейчас абьюзива, что очень неприятно. Да, сержанты с пустым столом не так эффективны. Ну и понемногу Тайс пытается отбиваться. И что? Придется сходить к Аркмейджа и... И стрелу. Но при этом ты чистишь все, кроме 8-4 гиганта, когда может прийти какой-нибудь... Не знаю, фаербол, который можно будет добрать его. И останется токен один, то есть какой-нибудь пинг фаербол забирает весь стол. Фаербол, который пришел с Антонидоса. Здесь, кстати, можно разменять этого архимага. Я вижу, что Тайс считает сейчас он. Он думает, какой шанс, что задробывает второй фаербол. И стоит ли тапаться? Тапаться все равно стоит, потому что, по-моему, два фростбота ушли. Или один ушел. Ну вот нюанс именно в этом. Ушли ли ледяные стрелы полностью? Потому что если ушли, то тапнуться можно. Если нет, то как-то уже не по себе немного. И промахивается у нас кинжал, но есть сквайр. Много вот этих 2-1, 2-1, 1-1, которых нужно убивать какими-нибудь мислами. И летал на столе у Тайса, и придется отдавать этот фаербол в гиганта и ставить какого-нибудь... Крошера, возможно, способность героя также использовать. По-моему, это неплохой ход, но как-то... Но не очень, потому что нужно будет леталить хоть как-то. Что еще можно сделать? Но твой крошер, по сути, слаб, учитывая на столе сержанта, который останется, один из... В теории, если он пинганет абьюзива и походит полный стол существ, у Тайса не будет летала, это будет один офф. Но один какой-нибудь лакерный джагл, либо топ-дек бафа. Хотя бафов уже больше и не осталось. Да, две переполняющие мощи у нас уже. Остался только Думгард, два Думгарда и Аргус для летала, поэтому, может, стоило рискнуть. Здесь ползун заходит Тайсу. Здесь, может, он рассчитывает на то, что Тайс не может тапаться. А если он тапнется, то второй фаербол все равно будет леталом. И при этом нужно еще крошера зачистить. То есть дэмэдж полностью лицо крошера. Потому что ты помнишь, джагл. Что там два сержанта. То есть оставлять вообще ничего нельзя на столе. Он думает, лучше сначала сыграть. А это не имеет разницы, что лучше сначала сыграть в целом. Попадает у нас кинжал, разменивается сквайр, выпадает хорошее для него существо. Кстати, это имеет разницу, если выпадает существо с одним здоровьем, то лучше было сначала атаковать абьюзивом и джаглом добить.
Потому что если выпало такое существо в этом случае... Фаербол! Кален-то нужен фаербол! Ну, у нее еще есть пару ходов. Если бы был фаербол, он бы именно в этот ход и закончил игру. Нужно флудить стол, чтобы Думгард не был леталом. Угу. Тайс еще может тапнуться разочек. После этого тап можно прекратить. После этого его нужно прекратить. Ну, можно тапнуться с 5 до 3 хп тоже. Тоже вариант. Скорее всего, сейчас походит юнитов каких-нибудь, зафлудить, чтобы зафлудить стол, и пинганет лицо. Нет, решил просто как можно больше юнитов поставить на стол, чтобы весь этот дэмэдж, который у Тайса на столе, шел в... В размены. Воу, отличный, беспощадный для Тайса. Я сейчас думаю, тапаться или не тапаться. Если он тапнется, какой-нибудь Думгард летал, может быть. Можно с импложеном на 4 дракона... И еще и пауканов разменять. И на 4 ударяет беспощадный. Идут кинжалы. Оставшиеся можно дочистить с помощью главаря, пауков. Паук заспавнит только одного. А главарь ничего не заспавнит. И Аргус. А он не может Аргуса походить на стол. Вот минус беспощадного на 4. Просто не остается места на столе. Что сейчас делать? Пауком сначала разменится, теперь... Промахивается у нас здесь жонглер. И что, есть один топ-дек? Да, действительно, у Калента все еще есть шанс. И это... Ну? Нет. А может ли он оставить так, сделать так, чтобы не было блетало? Если он убивает жонглера и какого-нибудь 1-1, остается 3 плюс 6, это будет летал все равно? Да, потому что есть Аргус. Будет как раз четко летал. Да уж. И 2-2, пятая решающая игра. А я была права таки, хотя игры близкие, очень близкие. Я вот серьезно, чувствуется, что это финальный день. Реально чувствуется. Игроки прямо из последних сил топ-декают, думают. Даже игра подсовывает такие игровые ситуации, когда ты, затаив дыхание, ждешь топ-дека. Ну, в этой игре немного не повезло Калента с то, что он не задровал ни один фаербол. При этом он использовал и дракона, и два... И два интеллекта, чародея. Да. И сайентиста, с которого выпал секрет. То есть дробал он очень много. 6 карт. Задровал и все равно не зашел. И все-таки не достал то, что ему нужно. Ну и здесь у нас Тайс на секрет паладине, Калента на темпо магии. И мы видим, что у Тайса с Тирионом играет его паладин. В этом матчапе очень важно оставлять Master of Battle. Даже если оппонент тратит какие-нибудь мислы в ранней игре, позже он не сможет ничего сделать с этой армией маленьких паладинчиков. Маленьких паладинчиков, да. Рекрутами. Здесь уже есть комбо жонглёр. Оставил он жонглёра и мастера, чтобы... Да все мы знаем, как старт. Это играется, конечно. Жонглёр призыв в бой или же беспощадный на чернокнижнике. Дополнительные кинжалы, ты в шоколаде. Очень хороший старт у Тайса. У него жонглёр, мини-бот, мастер. У Калента я хотела сказать, что Шреддер все сверху. Прям, ну, так себе, но ледяная стрела выглядит не против так такого плохо. Старта паладина очень она сложно. Не поможет. Да. Скорее всего. Очень плохие шансы у Калента на выигрыш в этой игре. Темпо маг такую встречу может выигрывать только своим хорошим опенингом, да, или так себе опенинг от секрет паладина, а здесь, конечно, все хорошо. Ничего не отнять. Если бы были какие-нибудь еще и шестой ход. Ох. Не хватает только пятого хода у Калента. О, у Тайса. Сейчас будет манавир Фростболт, скорее всего. И при этом мастер зачистит манавирма. И единственное проблемное, то что... О, вот и тот ход, который... Поможет не подставиться под Mirror Entity, если это думаешь, что это Mirror Entity. Но мы-то знаем, что это дупликейт. И сейчас два манавирма и Аркейн Мислы. Просто дикий мощный ход.
Может, по ходе только одного, чтобы пингом добрать последнего, чтобы не было этих забафов? Но слишком уж вкусно поставить двух монозмеев и их прокачать. Но твой ход тоже очень хорош. Ничего не оставлять перед четвертым ходом, потому что две печати намекают, что нужно чистить абсолютно все. Кстати, Калента думает. Но при этом шанс, что все... При двух мановирмах шанс, что убьет всех, очень маленький. При одном мановирме есть 4... Получается, три месла. Сложно рассчитать так сразу. Но шанс очень хороший, что попадет в двух. Все-таки решил он играть через способность героя. И не чистит он все. Отдает способность героя и остается... Остается на столе существо, которое чистит у нас этого монозмея. Немного не повезло Калента здесь. Теперь нечем убивать 5-3. Придется тратить либо фаербол. Тогда следующий ход будет монозмей фаербол. Следующий ход будет, скорее всего, 3-3. И потом доктор 7. Ну а тут тоже очень все неплохо, потому что есть у нас четвертый дроп, который он, собственно, сейчас и пустит в бой. Мне кажется, как же хорошо Калента у нас блокирует этим ходом розыгрыш претендента. Поджигатель, да? Отраженная сущность, и ну, это боль. При этом еще можно. А вот у нее появился выбор сыграть. Другая опция — сыграть отраженную, сыграть ледяную стрелу. Тоже, кстати, вариант. Но лучше блокировать шестой ход, чтобы бум вышел практически на пустой стол. И плюс, после отраженной сущности, наверное, доберет первое тело Шреддера, скорее всего. Будет очень хорошо. И вот он думает сейчас, получается два варианта. Поджигатель отраженная или отраженная стрела? Отраженная смотрится лучше в перспективе, но... Эх. Вот это, конечно... Хочет он зачистить второй дроп. И хорошее попадание, между прочим. Вроде бы монозмеям нужно меняться, но тогда подставляешься под оружие. Скорее всего, он затрейдится, потому что он подставляется под консекрейшн. А Тайс играет два консекрейшна. Угу. Это мы уже четко видим с тобой. Вот как он предугадал мету на турнире. И who am I? Неполноценная елочка. Но он играет, не играет там один из секретов вообще. То ли Repentance, то ли... Ну и здесь доктор Бум уже не столь эффективен, потому что будет у нас играет секрет. Играет Repentance все-таки. А, нет, это Competitive Spirit, но просто Калента очень быстро пасанул ход. Ну, сейчас у нас за счет того, что у нас Тайс не играл этот секрет... И Кокхаммер убивает на халяву Бума. И при этом еще и Шреддер можно поставить. Либо Consecration, который освещение, зачистит стол. По-моему, смотрится очень неплохо здесь. То есть ты чистишь весь стол, и при этом у тебя еще остается большой юнит с кучей секретов. Ну, маловероятно, что бомбы его убьют. Так что, скорее всего, он действительно останется. Ну, по-моему, освещение заходит великолепно. Кстати, если бомбы его убьют, то он не возродится с секрета. Не, я думаю, что бомбы не должны его убить. Да, бомбы. Минимальные бомбы сейчас вообще. Я вижу улыбку Калента, такая, ну, бывает. Все нормально, играем дальше. Рука, конечно, выглядит странно. Ужасно. Это... Странно ужасно. Странно ужасно, действительно. Только этим сочетанием слов мы можем пояснить его руку. Ну, да что делать с такой рукой? А ты как эксперт, скажи, когда такая рука, что делать? Я бы уже нажал Escape Concede. Потому как что ты сразу, Против такого стола уже ничего не спасет. Может, какой-нибудь Archmage Antonidas следующим ходом. Кстати, Mana Змей Entity вроде как неплохо смотрится. Еще следующим ходом, если зайдет какой-нибудь Archmage Antonidas, можно будет получить два фаербола. И Arcane Blast, скорее всего, зачистит... Челленджера, если он будет трейдиться, конечно, с Монозмеем, хотя я думаю, он пойдет в лицо. Нужно как можно быстрее
А вот этот зомби, который в отраженную сущность хилит. Какой же вкусный зомби, да, на самом деле. И один из немногих разов, где Тайсу, его вкусный зомби, играет на руку. Потому что у него за весь этот турнир зомбяк обычно заходил, ну, в таких ситуациях, когда он вообще не нужен. А здесь зомби снимает секрет и в дальнейшем еще и даст пользу своему зомби владельцу. Очень хорош в первых ходах, первые три хода. А дальше он теряет свою эффективность. Дальше только против секретов, против Freezing Trap, против Mirror Entity. Ну, он и задуман как хорошая ранняя игра. Не более, в лейтгейме он уже не так интересен. Смотри, здесь можно заобузить просто поджигателя. Но здесь уже мало шансов есть. Хочет возродить зомби, чтобы подхилиться себя на 10. Сейчас, скорее всего, пинганет. Нет, наверное, еще раз Arcane Blast'ом ударит в Челленджера, может быть. Попытать свою удачу попасть в зомби. Либо в Шреддера, чтобы увеличить шансы на попадание в... Хотя, если ты воскресишь Шреддера, это... Это будет явно не тебе на руку. И попал. А попадает у нас поджигатель. А ты неплох поджигатель. Сейчас можно будет еще раз пингом добить. И еще получить за хил. И у нас получается Калента практически фулл здоровья. Остается ложись, то есть мистер Челленджер умирает, остается Шреддер и паук. И вроде как... А борьба-то у нас напряженная. ХП-то у мага... Ну, нету кардрона. Тирион! Какой же топ-дек! Да ну, уж. Похоже, для Калента эта игра гвоздь будет такой закончена. Последний. Это не гвоздь, это гвоздище за 8 маны. Прям лом целый. И... Даже разыграл так, чтобы Шреддер был в центре. Ой, ну вот эти нюансы ты отмечаешь просто вот next level профессиональности. Еще раз для наших дорогих зрителей, расскажи про этого крошера и насколько важно позиционирование этого крошера на столе. В целом это не очень важно, но иногда были игры, где это решило судьбу целого матча. Поэтому сейчас Калента его пингует, чтобы попался Doomsayer. Но в целом, если ты его ставишь в центр, можешь выпустить либо Direwolf Alpha, либо Flame Taunt Totem. Что-то на пробав, собственно. Чтобы либо... забафать можно было существ с двух сторон. Также за друида лучше ставить его в центр слева от Таунта. Потому что Таунт умирает первый, а все вот эти пеньки спавнятся справа. То есть можно затрейдиться очень эффективно пеньками. Вот такой вот небольшой нюанс у нас от Найрии. Ну и Тайс пока здесь у нас спамит паладинчика и оставляет оппоненту 9 дней здоровья. Ну что, даешь какого-нибудь смертокрыла? Да. Ну, Doomsayer? Почти. Вестник Орока теперь нужно, и это Мурлок. Отличная игра, очень крутая игра, побеждает у нас Тайс. Оба игрока показали себя просто великолепно. Но вот в последней игре, когда можно было походить Mirror Entity вместо Frostbolt, может, это решило игру, решило продвижение этого матча. Ну и давайте, наверное, передадим слово Тони, она возьмет у нас послематчевое интервью. Congratulations again. So the first match of the series was crazy. What helped you to win it? Что помогло в четвертом матче серии? Yeah, all really close matches. I'm actually surprised that I could take it at the end after being behind. But yeah, the zoo and this one at the end, it's at some moment I knew which card she had in the hand or didn't have anymore in the deck. То есть знал, что у нее в руке, и what are your plans? Are you going to go to the grand final through the winner deck, or you think winner break, or you think someone can drop you? Well, I face Orange now. I think I have a pretty nice lineup against him. He won the first one earlier. Ты считаешь, что у него лучше лайнап, чем у Оранжа? It's gonna be hard, but не в целом, I think против I can do именно Оранжа. Good luck думаю, with that, and thank you very much. Фаворит в этом матче. Ну что, дорогие друзья, надеюсь, вам этот матч понравился так же, как и нам. И мы будем уходить на небольшую паузу, и у нас продолжение. Совсем скоро, никуда не разбегайтесь.